Итак, мы сейчас находим в старейшем учебном заведении Санкт-Петербурга. Это Академия художеств, где в январе месяце проходят просмотры за первый семестр. И можно в день открытых дверей походить свободно по различным мастерским и посмотреть, чем занимаются студенты различных курсов и различных кафедр. Вот мастерская монументальной живописи. Можно посмотреть живопись, рисунок, композицию. А мастерские отличаются в целом достаточно сильно, даже одной кафедры. То есть видно, каждый преподаватель, в общем-то, имеет какие-то свои вкусовые, так скажем, предпочтения. Есть очень такие мастерские яркие, есть более какие-то такие сдержанные по ощущениям. Ну, у каждой кафедры тоже свои задачи. Вот монументальная живопись, конечно, работает с большими размерами, большие холсты. То есть задача сделать, выпустить художника-специалиста именно монументальной живописи. Мы видим витражи, росписи, эскизы. И вот на окнах стоят витражики, это в материале исполнены фрагменты, вот, чтобы студент познакомился непосредственно с материалом, да, вот если это явно такое витражное задание. Есть задания, которые, ну, как мне кажется, на роспись рассчитаны, или, например, на мозаику, то есть со всеми этими материалами студенты тоже знакомятся. Ну, и, конечно, пока студенты обучаются, большое внимание уделяется рисунку и живописи. Академия стоит на таких основах классического рисунка и классической живописи. И, в общем-то, уже многие годы с этих своих позиций, несмотря на веяние моды и так далее, не сходят. Рисуют с натуры. Живопись, рисунок, да, практически все задание это идет с натуры. Вот, можно посмотреть. Вот это фрагменты витражей. Задаются ли всем темы одна или разная? Вот я, честно говоря, не в курсе, потому что мастерские открыты, но, как правило, преподаватель, в общем-то, уже не сидит, а студенты тоже сами ходят и смотрят других студентов. Народу достаточно много. Есть иностранные студенты. Часто можно видеть китайских студентов. Ну, и не только китайских, но чисто визуально преобладают китайские. Вот композиция. А на работах стоят оценки. То есть можно по оценкам примерно понимать, как преподаватели видят тот или иной уровень работы. Где-то написано похвала совета. Значит, работа особенно отмечена. И буковки F стоят. Это значит, работа по каким-то своим качествам будет взята в фонд Академии. Ну, и потом экспонироваться на выставках, ну, или просто быть неким образцом в учебном процессе. Вот это тоже все с натуры написано работы. Вот рисунок мы видим. Ну, вот здесь он такой рисунок. Это в основном оранжевая, это сангина, коричневый соус. Вот черный, это уголь, такой крепкий рисунок. Стилистически, например, здесь он тоже имеет такой яркий характер. Это вот живопись. Живопись маслом на холстах идет. Я не знаю, может быть, когда какая-то роспись, там может быть и темпера, и что-то другое. Но в основном, конечно, именно на живописи студенты пишут маслом. Вот опять же сангина, соус. Вот коричневый это соус, похоже на соус, уголь. Студенты в академии, кажется, она осталась по времени обучения 6 лет. Если я ничего не изменилась вдруг, то академию оставили в такой классической форме, как она была. Один период она была, кажется, 5, потом вот все-таки 6. Ну, 6-й год студенты работают над дипломом.
Многие, конечно, учебные заведения художественные перевели вот уже на Болонскую систему, вот этот бакалавриат, магистратура. И образование, в общем-то, для многих таким дробным становится. Но свои плюсы есть, свои минусы. Тут вот сказать сложно однозначно. Вот мы видим рисунок, вот портреты, вот по видео понять сложно, но портреты больше, чем натуральную величину, но это именно особенность монументальной живописи, когда человек с разным масштабом учится работать и в рисунке, и в живописи. Ну, вот такой вот крепкий рисунок. Меня немножко смущает, что по манере все рисунки очень похожи, можно сказать, одной рукой нарисованы. Я не понимаю, почему так происходит. Наверное, это очень сильное влияние преподавателя. Иначе это объяснить сложно. То есть вот сама манера, она очень похожа. Возможно, именно вот похожесть манеры, это я бы сказала, что это минус. Все-таки, на мое ощущение, художник должен искать свою манеру еще в период обучения, а не после, как иногда говорят, закончи академию по всем ее правилам, а потом будешь творить. Но я боюсь, что первые, пока студенты поступают, они молоды, очень много что впитывают, и, в общем-то, когда их немножко, мне кажется, чуть-чуть штампуют под определенный стандарт, им потом очень сложно выходить из этого стандарта. И вот эта вот некая такая клишированность, она, к сожалению, у многих остается. Видимо, Академия не видит это своей задачей, иначе мне это объяснить, в общем-то, сложно. Постановки тоже.